терпев поражение за поражением. Тело этого человека достигло предела. Начало ломаться. Но он еще не мог умереть. У него осталась последняя задача. Победить своего брата-близнеца. У тебя большие яйца, раз уж ты решил вернуться. Знаешь, когда надо сдаться! Если ты хочешь чего-то, ты должен забрать это. Но ты уже знал это. Неро, мой сын? Это твой брат? Он твой отец. О, ему пора получить по жопе. Но я не могу дать тебе убить своего батя. Это закончится прямо сейчас. Я остановлю ваше братское соперничество. Я знаю, ты ненавидишь Вирджила, но ты не можешь убить своего отца. Это правда. Ты никогда не портишь себя за это. Ясно. Пойду туда один. Вирджил, где ты, Вирджил? У тебя нет всего. Твоя последняя частичка человечности. Ты ее потерял. Без обид, ребят, но это мое дело. Поверь мне, Нера, для тебя это будет слишком. Мы одинаковы, ты и я. Но потерял ты меня, а я тебя. Но объединяют нас те же чувства. Я должен идти, пока он полностью не проиграл. Тот день, будь наши положения иными, изменились бы ли наши судьбы? Стал бы ли ты мной, а я тобой? Чтобы достичь правосудия, надо сражаться, даже если против тебя твоя родня. Братья по крови видят смысл своего существования по-разному. Они должны сражаться. Время покончить с этим, Вирджил. Давай уладим это, Данте.